Алло. Алло. Хоть бы поздоровался. А, да, здрасте. Здрасте, дамы и господа. Как ваш ничего? Так, хорошо, давайте-ка мы вспомним, что мы тут делали в последний раз. Вы занимаетесь поисками причины эпидемии по поручению Комарели, а также по просьбе анархов. Так, но мы теперь, вы успешно решили денежные проблемы. Подожди, чат. Причина эпидемии у нас вроде как уже решена, да? То есть нам нужно кому-то сдать этот, вот. Вы убили Джезабел Лок. Доложите об этом Дамзел. Дамзел — это та самая девчонка с противным голосом, да? А у меня четверг, кстати говоря, первая за три... за четыре месяца поездка на природу. Это охренеть. Что-то я задумался такой, иду в стену. Блять, опять кроет, простите. Какой же... Аню! Так, на F не разговаривать. Здорово! Нет! Гайс! Вылет. Это вылет был. Алло! Вы чё, придурки, наделали? Слышишь, ты чё тут сидишь, полудурочный? Ты чё не видишь? Чё произошло? Видели это? Да, может, он не очень хорошо озвучен, но я просто напомню, что оригинальный вампир озвучен настолько кринжово и плохо, что на эту тему уже несколько десятилетий есть мемы, понимаете? Поэтому говорить, что плохо озвучен, надо было играть в оригинал. Нет, тут не канает вообще, как бы, что то, что это, ну, типа... Так, в крови потушиться. Брутал. Я думаю, нам сюда. Стрельнем в лестницу. Да нормально, я знаю, куда идти, я просто осматриваюсь. Аптипула идет. Даже не так, вы знаете. Аптипула грядет. От этого никуда не деться. Это неизбежно. Убийца, выходи. Там была голова и там было кольцо. И чё, и чё, и чё? Да хватит, блин, F нажимать. Алло, ну. Так. Чат, мне за это что-нибудь дадут? Нет? Я же знаю, что не дадут. Зачем я это делаю? Тысячу. Ты пропустил пропуск сверху. В смысле, какой пропуск? Ей! Автипола играет в баскетбол головами врагов. Какой пропуск? Я тут взял пропуск. Спасибо за информацию. Пока. Шо? Он типа все в отрубе? Шо? Вот облом. По делам. F? Мы не можем прожимать F по персонажам. Это, блин... Это Аптипула, ему плевать, понимаешь? Он ненавидит всех. Он ненавидит людей. Он ненавидит животных. Он любит только себя. Какой тут F, чат? Ты чего наделал? Я ничего. Я думаю, что он меня и попытается захавать, но это не точно. Так, выходим, товарищи, кто бы там ни был. Так, это плохо. Подожди, он же не может хилиться? Надо было здоровье восстановить. Так, спокойно. Хорошо, ладно. Ух! Так, ну убили, ладно. Да блин, один удар оставался! Ну камон, я про стойкость забыл. Чат, я просто забыл.
Просто забыл. Такое бывает. Подойди, отведай, щенок! Да я такие, как ты! На колбасу! Но не в этот раз, ладно. 4-0, между тем. Так. Хорошо. Вот это дамаг! Вот это я понимаю. Давай! Изи. Вот она, та самая прокачка, которой не хватало. Вот так и умер вампир. Так, ладно. Хорошо, я могу от первого лица типа плавать, нет? А, вон, смотри. Вампиры по лору вообще не дышат, поэтому плавать хоть вечность могут. Ну как бы да, но игровые условности, ты ж понимаешь? Угу. И это где? Тихо! Ч-ч-ч-ч. Ох и срач. Вы точно культисты? Культисты это равно неряхи, что ли? Я не понял. Чего у вас так грязно-то? Угу. Так, там этот прячется. Здрасте. Ты что, мим? Что ты делаешь? Привет. Подойди сюда. Я могу облегчить твои страдания. Fresh blood. Отдыхай. Не бойся меня. Аптипула порешает все вопросы. Как ты очнешься, ты подумаешь. О, боже мой. Ля, куда мы попали вообще? Древний вампир. Ну ладно, не древний. Вампир, который обладает навыками и искусно орудует катаной. Отрубает с ее помощью конечности мертвяка. Не может убить крысу. Ой. Слышишь, вы кончитесь? Сколько здесь вообще нежити? Это ж просто охереть! Валявик. Зуба. Ай! Мозги! Зачем тебе мои мозги? Отпусти меня! Не убивай меня! Хорошо, ладно. Пультых. Отжимайся! Ты должен был быть одним из нас! А ты предал нас! Зачем же ты так? Я думал, что стелс сработает, на самом деле. Я не то сделал. Все, это ГГ. Понял. Так, хорошо. Ладно, хорошо. Мы тут надолго? Серьезно? Не-не-не. Не рассчитывай на то, что надолго. Нужно просто признаться ему, что... Смотри. Вик. Вы что думаете, со всей этой прокачкой, со всеми этими силами и профессиональным игроком на стриме? Вы что думаете, Вик, я вас не уничтожу? Не переиграю вас? Я вас уничтожу. Так, я не увидел здесь ничего, чем можно было бы в него пострелять. Ладно. Значит, будем бить.
Простите, простите. Лок! Давай, давай. Сука, он просто стоит далеко и стреляет. Стреляй. И я хапаю в рожу. Так, хорошо. Да, блин, я хотел похилиться. Так, ладно, я пробую разные тактики, чат. Сколько там? 3-0? Жалко, что у него стелс не работает. Какой смысл в стелсе? Если типа... Не-не-не, ушел. Отступаем! Да блин, бежим! Теперь просто сидим и ждем, пока здоровье восполнится, окей? Так. Какая же ты скотина! Я же был в стелсе, у меня же прокачана скрытность! Как ты смеешь? Ясно. Стопы. Так, я посейвлюсь. Я посейвился. Нормально, абсолютно просто. Абсолютно, понимаете? Ватсон, стреляйте! Собака Баскервилей уходит на болото! Легко. Легко. Абсолютно нет. Я понимаю, что многие из вас здесь засели бы на года. Может быть, даже на декады. Но я просто показываю вам, как это работает в руках профессионала. Казалось бы, все против него. Однако прямые руки, гениальные тактики и здравый... при этом гениальный взгляд на вещи, он дает свои результаты. Так, и чё? Мы сюда просто так шли, да? А, не, смотри. Чат, нам не нужен этот дробовик. Он нам не нужен. Я сохранился? Вы думали, я не сохранюсь? Ладно, нам не нужен этот дробовик. Так, спокойно. Помогите, на помощь! Оно схватило их, теперь оно идет за мной. Оно идет за мной. Обернись, оно прямо за твоей спиной. Да не шугайся, ты аж прикалываешься. О чем ты говорил? Без хила даже атмосфера не тут кает. Да все понятно, короче, мне жопа походу. Потому что чат настоял, чтобы я не шел сейчас за хилом. Все, как бы, вопрос решенный. Ладно, без проблем. Это был стелс. Никаких вопросов, хорошо? Выходи, нечистая. Драться будем. Хозяева, кто-нибудь. Окей. Совершенно не прячусь специально. Потому что я так могу. Приятного. Получается, она... О. Простите, у меня что-то там застряло. Простите, хорошо, что никто не видит. Я кровосися, я вампир. Так. Тут главный Делакруа. Передай сообществу анархов мой привет.
Уже Найнс нес какой-то чушь о своем движении, и я не особо вникал. Если позволишь дать тебе совет, всегда внимательно прислушивайся к чужим словам. Читай между строк, оценивай, как это было сказано, кого порицают или превозносят. Чем больше ты замечаешь, тем больше твое преимущество. А теперь, когда с этим покончено, уверен, ты готов к отправлению на Элизабет Дейн. Он такой дурак, думает, что я ему расскажу, что я там услышал. Типа, я, конечно, все замечаю и все слышу. Вот. Ну что, Тоси, я только что гладил. Сейчас я ему скажу, что я там слышал. Угу. Я готов идти. Хорошо. Рассчитываю, что проявленный тобой ранее талант раскроется в полную силу. Крови. Иди. И помни, ни при каких обстоятельствах не открывай анкарский саркофаг. Так, открыть анкарский поговорим саркофаг. Позже. Хорошо, итак, ладно. На пляже Санта-Моника тебя ждет лодка. Угу. Фух. Так, теперь мы с вами идем куда? Прости, я это забыл. А, подожди, не забыл. Нам нужно на пляж Санта-Моники, точно. Санта-Моника находится где-то... где-то там. Да? Так, нам нельзя теперь попадаться, да? Нам же нельзя попадаться. Или нельзя? Чат, нам нельзя или нельзя попадаться? О-оу. Подожди, или это Барни? Да нет, не Барни. Тут же дверь. Не беси меня, игра. Не надо этого делать. Палубные, так понимаю. Камеры. Кл. Палубные камеры видеонаблюдения включены. Умён. Так. Пал. Камеры. Выкл. Палубные камеры видеонаблюдения выключены. Угу. Вы успешно выполнили все свои задачи на Элизабет Дейн. То есть, настолько изи? Легко вообще. Сам догадался? Нет, я подсмотрел в чате. Еще раз повторяю, такие игры мне нужен бэксит, понимаете? То есть я, если ненавязчиво смотрю, я это делаю только для того, чтобы вам, зрителям, было интересней. С другой стороны, вы так, конечно же, не догадаетесь, когда я сам догадался, а когда я именно подсмотрел. Но я готов идти на эти жертвы, чтобы вы считали меня чуть глупее, чем я есть. Однако при этом я чуть-чуть умнее, чем вы думаете, как правило. Саркофаг же открой там... Чат, мне сказали саркофаг не открывать. Сказали же. Я не хочу портить с ними отношения. Сейчас будем столько времени тратить, типа... Я оставляю этот журнал тому, кто, может быть, его найдет. Этот корабль проклят. Возможно, он опустится на дно морское, прежде чем... Умер, понял? Так, ладно, чат, теперь мне интересно. Теперь мне интересно посмотреть на этот сраный... Дверь, ты меня подбешиваешь? Никого здесь нет, успокойся, супчик. Да, какой. Стой, где стоишь? Ты не видишь меня, меня тут нету. Это не я тут стою, ты не смотришь на меня. Выходите, успокойтесь, руками. Я просто стою здесь, я часть этого корабля. И, возможно, часть команды. Бросьте оружие и выходите руками. Ты мог просто использовать стойкость. Под ней, если прокачал хотя бы до трех, тебя пробивать не... Я понимаю, все. Все, чат. Ч-ч-ч-ч. Нельзя, по правильному ты вообще должен иначе сделать здесь. В смысле, иначе. Я все сделал, по-моему, филигранно. То есть я прошел, меня никто не заметил. И я... бежал. Единственное, как мне вон там пройти. Я думаю, мы справимся.
Ты чё не ешь его? Я сохранился. Блять, я сохранился. Чё? Хорошо. Все хорошо, кроме вот этого момента. Мы уже, в принципе, у нас все, нам можно возвращаться. Вы успешно выполнили свои задачи на Элизабет Дейн. Возвращайтесь с отчетом к князю. Все, как бы. В чем проблема-то? Лол. По-моему, я убился в процессе. Здравствуйте, примитивы. Освободите место для настоящих господ этого мира. Что-то дернулся. Это что, нож? Алло? Не знаю, кто это была такая, но у нее был нож, я ей не доверял. Мы зашли в особняк Грауга, и похоже, здесь творится что-то неладное. Ну да. Явно что-то не так. Что? Стой! Что? Какой-то умный профессор, который проводит эксперименты. Любопытно. Здравствуйте. Любопытно. Что, головоломка ваша, что ли? Это же настолько просто, господи. О, боже, чё тут, небось, годами сидел? Я просто не понимаю, как можно здесь, в принципе, застрять. Интересно, догадается ли? Чувак, ну что, как тебе не стыдно? В игре жизни ваши навыки чтения примерно на уровне танчиков для приставки Nintendo. Вам нужен навык обучения не меньше 5, чтобы использовать этот предмет. Обидно было. Подожди. Я же правильно понимаю, что мне нужно, чтобы у меня обучение было 5, чтобы оно открылось. То есть, я могу сделать вот так вот. Сила крови. Хотя не, подожди, это ж не физически. Я не уверен. А, ну да. Это ж чисто... Короче, я не то прокачиваю. Ну, короче, я то прокачиваю. Давайте просто признаем, что я хорошо решил головоломку, и ничего нам не надо, окей? Там 4D. Это даже не обидно, ты знаешь, потому что... Не все, конечно, способны понять всю гениальность наших переговоров. Смотри, когда не отгадал, комментарий. Просто дергай. Он сейчас их отломает. Так, не думаю, просто бей буквы зло. Далее, когда решаешь на изи, абсолютно пишут. А как так-то? Пусть все проклято, теперь и я делаю Пок-чам? То же самое. Что? Умен-умен. Вот так вот, чат. Просто доверься, короче говоря, мне, и все. И все будет хорошо. Самое главное, нагрубить стримера, да? Угу, конечно. Я просто хочу признать, что я изначально прекрасно понимал, что здесь и как. Окей? Изначально. Разве кто-то проходил иначе? В смысле, иначе? Ну, естественно, иначе, потому что я-то проходил, ориентируясь в первую очередь на интеллект, и поэтому у меня все получилось. Да? А я тут пролезу, нет? А! Понял. Я просто пока что проверяю условия, как бы. У нас есть загрузка, поэтому я не боялся туда лезть. Я знал, что, возможно, меня убьют, и я хотел просто проверить. Дело только в этом, конечно же, чату будет повод поржать, но типа... Ну, примерно так работает у нас, да. Интеллектуальные опыты проводятся примерно вот так.
Слушай, в такие моменты мне хочется побыть молковианином, потому что они откровенно отбитые, очевидно. Очевидно отбитые. О, да! Эликсир древних? Уровень просто выносит мозг. У меня натурально от него башка болит. Муншайн, спасибо тебе огромное за осознанный комментарий. Пойду я, пожалуй, да? Что-то как-то у вас тут норм, я смотрю. Пойду я, пойду. Слушай, манекены сколько лет прошло, они продолжают пугать. Огонь, это больно, понятно. Потушиться, я так понимаю, будет слегка проблематично, да? Это было круто. Хотя, конечно, чат, как обычно, не верил в стримера и думал, что я буду тупить, но я не тупил. Это было настолько просто. Наконец-то ты вернулся. Я уже думала, что с тобой что-то случилось. Так. Я не должна была так думать. То есть, если бы ты исчез, как бы я жила дальше? Давай-ка ты не будешь мозг делать. Я так рада, что ты рядом со мной. Капец, я первый раз появился, мне уже мозг вынесли, типа где-то было, почему-то так долго. Насчет твоего имиджа, смени его. Окей. Когда я вернусь, да, надеюсь, меня будет ждать приятный сюрприз. У нее есть имидж, который сразу бан на Твиче. Хорошо. Сейчас я посмотрю только одним глазочком, окей? Нормально, в принципе. Чат, не благодари. Вот, но в целом, сегодня было хорошо, спасибо, что сидели, и увидимся завтра. Всем пока.